В этом году бахчевые в городе появились раньше обычного срока. Арбузами торговать продавцы начали уже в мае. Специалисты торгового отдела городского акимата расторопности торговцев пока свою оценку не дали. Но санитарные врачи считают повсеместную торговлю незаконной, так как в этом случае повышается риск отравления горожан нитратами. Если арбузы в город привозят напрямую с полей разных районов, мы их проверить не можем. Мы проверяем ту бахчевую продукцию, которая реализуется на базаре «Алаш». Возможно, часть арбузов с базара потом продают в городе, но у них должны быть соответствующие бумаги. В день на оптовый рынок «Алаш» приезжает 5-6 автомашин, груженных бахчевыми. Везут их из Джатысая. В начале стоимость арбузов была на уровне 150 тенге за килограмм. Сейчас же она упала до 50. Как говорят торговцы, цены рухнули в считанные дни. Пока отравленные нитратами арбузы на рынок не попали. Первые арбузы на рынке появились в мае. Тогда показатели содержания нитратов были низкими. Но в последней продукции уровень уже приближался к пограничному. Максимально допустимая концентрация равна 60 миллиграмм на килограмм веса. Сейчас же он колеблется на уровне 58-59 миллиграмм. Такая концентрация здоровью не вредит, говорят санитарные врачи. А арбузы с большим содержанием нитратов, заверяют специалисты, на рынок не попадут. Данияр Худайбергенов, Константин Исупов, Платон Леденев, информационная служба телекомпании «Отрар».